Эй, всем привет, друзья, с вами я, Тунка, и добро пожаловать в необычный Майнкрафт. Со мной сегодня дорогой многоуважаемый Ворти, поздоровайтесь. Всем привет. И сегодня у нас довольно-таки нестандартный Майнкрафт, я включаю звуки, потому что у нас тут начинается настоящий замес. Настоящее ломание блоков. Ребята, посмотрите, где мы находимся. Мы находимся в огромной открытой местности, где около 100 или 95 выживших человек справа отображается. И все эти люди наши настоящие враги, которых мы должны с вами убить. Кстати, что-то странное, какие-то надписи у тебя написаны рядом с головой. Подпишись, лайк поставь, что это? Все такое. И нажми на колокольчик. Нужно как бы нажать на красную кнопку подписаться, чтобы она превратилась в подписаны, и нажать на лайкосик, чтобы нас поддержать. Все, ребята, вы знаете, что делать. Не забывайте ставить лайк, особенно если вы любите мини-игры. Мы находимся на сервере Crystalix и играем в приватную мини-игру, которую вы больше нигде не видели и не увидите. В чате у нас написано, что PvP будет включено через 3 минуты, и нам явно нужно поторапливаться. Поэтому я, наверное, скрафчу себе кирку какую-нибудь. И я просто сейчас буду ломать камень. Как видите, ребята, у нас тут один блок, который мы постоянно ломаем. И вы спросите, для чего мы его ломаем? Нам из этого блока постоянно выпадают всякие финтифлюшки. Но, как видите, когда я ломаю, допустим, алмазную руду, мне не выпадает алмаз. А все потому, что у меня просто нет нужной кирки для этого. У меня нет железной кирки, и в скором времени мы ее уже сможем скрафтить. У меня уже сломалась моя деревянная. Я крафчу еще одну. Рафа, ну-ка, можно на секундочку, пожалуйста, отойти? Я поставлю этот люк, чтобы нас мобы не скинули. Все, это для того, чтобы если спавнятся мобы, чтобы они там просто закрывались, чтобы они нас не убивали, получается. Все верно, все верно. Значит, смотри, у меня есть один булыжник, у меня сейчас второй появился, и мне нужен еще третий булыжник, чтобы проапгрейдиться до каменной кирки. А, давай-ка я тебе дам уже булыжник. Давай, давай, вот, давай, смотри. Да. Ой, сколько тут вещей на полу лежит. Очень много ненужного хлама, на самом деле. Алмазный блок там снизу заспавнился. Блин, ну, к сожалению, мы его сломать не сможем. Да. А, хотя, подожди. А, у нас не хватает камня, наверное, на печку, да? А, на печку не хватит, у меня всего лишь один камень остался. Я просто взял, скрафтился каменную кирку, и теперь можем ломать уже железную руду, хотя бы постепенно апгрейдиться. Нас осталось 84 человека, и мы, ребята, должны всех убить, потому что, как вы понимаете, остается только последние два выживших. И надеюсь, это будем я с тобой, братан. PvP мобов, опа-на, сейчас будут спавниться мобы, и кажется, одного из них я уже спалил. Все, я крафчу каменный меч специально для него. Иди сюда, это наша нитка, из которой мы скоро сделаем себе лук, чтобы всех просто выстреливать. И нужно, ребята, очень сильно поторапливаться. Вы спросите, почему мы такие динамичные, почему, куда мы торопимся, блин, кто за нами охотится? На самом деле, тут есть кое-какой барьер, который сужается постоянно, и я даже не знаю, где мы находимся, рядом с этим барьером или далеко от него. А, я барьер вообще не вижу, но мы, кажется, мы из дальних островов, вон там центр находится. Фух, надо поторопиться, потому что я очень хочу выиграть. Я переживаю, слишком много народу, и я хочу выиграть. И, кстати, повторю то, что если вы, ребята, любите кастомные подобные мини-игры, которые вы нигде не видели, потому что это приватные мини-игры, то можете поставить этому ролику лайк. Слушай, смотри, нам наверняка здесь нужна какая-то стратегия. Ну, у тебя есть какой-то план действия? Ну, смотри, я предлагаю сделать очень много динамита и сделать луки и забраться наверх, скидывать динамит сверху на наших противников. А, короче, мы сегодня будем бомберами. Мне нравится твоя стратегия. Ладно. А, паучара, мне кажется, от нас сбежал. Слышишь, у нас заключенный сбежал. Берем, крафтим тогда себе штаны. Я думаю, уже пойти кому-то убить какого-то соседа, так сказать, немножко рашануть для интереса, как ты думаешь? Может, давай начнем продвигаться в сторону центра. Вокруг нас, кстати, не так много противников. Держи, у меня для тебя один подгончик, есть еще один алмазный меч. Сейчас нам нужно просто найти себе лук. Слушай, я могу уже скрафтить себе лук, точно. А знаешь, какое у меня к тебе предложение? Давай сделаем щиты. Я быстренько сейчас переплавлю два железа и сделаю нам щиты. Давай, чтобы давай. Отбиваться от ударов противников. Согласен. А я пока что. О, скину одного чувака, который тут строится. Куда-то смотрите, Денчик какой-то построился. Опа, Денка Геймс. Куда побежал, братан? Я запасы большим количеством блоков, но я бы тебе на самом деле не советовал так строиться, потому что со всех сторон по нам сейчас стреляют. Понимаю, все, строим китайскую стену, ребята. Мы сейчас находимся в стадии построить китайскую стену, чтобы нас никто не скинул вниз. Телепортируемся на центр! Все, мы переходим в настоящий ай-яй-яй, боевой режим. В режим PvP. Там два челика сверху, очень много эндерперл летают. Тут очень много людей! Очень-очень-очень много людей. Я выжил еле-еле. Но. О, боже мой! Ворти, Ворти, беги от него! Беги от него, я стреляю! Там всякие людишки прячутся в блоках, посмотри, посмотри, слушай, их бы скинуть вниз по-хорошему, и там очень много стрелков, тут золотые яблоки лежат на полу, боже мой, тут очень много всего лежит на полу, так. Советовал подобрать золотые яблоки? Так, хорошие вещи подобрали, я подобрал очень хороший зачарованный меч, кстати говоря, алмазный, и мы сейчас просто в них должны стрелять, мы должны, о, вещи летают, просто вещи падают с небес, что происходит, скидываем их сверху. Ну-ка, может, давай-ка поднимемся? У меня даже, давай, 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 у меня даже появился меч на заговор огня, так, осторожно, там, кажется, сейчас кто-то собирается к нам прыгать сверху, у меня почему-то такое предчувствие, и там барьер, чувак, там спрыгнул к нам, чувак спрыгнул. Фигарим его! Я бью его, сейчас просто убью его. Он за барьером сейчас будет. Окей. Это смерть. Давай, это для него смерть будет. Давай, 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 давай. Ей, убили его. Осторожно. Еще один челик упал сверху. Божечки. Это замес. Это настоящий замес. Тут очень много людишек. И этот чувак очень плохо одет. Я его убью сейчас. Я его убил, да, я убил его. Кушаем золотые яблоки. Тут еще один челик. Где он? Подожди. Фигарим его. Боже, барьер очень-очень-очень сузился сильно. Просто бей его, чувак. Это наш шанс. Осталось 5 человек всего лишь.
Давай, 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 только бы меня не убили. Да-да-да, мы тоже убили. Вы издеваетесь? У нас вообще хп 0 осталось. У меня сердечки еле-еле как пополняются. Где он остался? Гэплы у тебя есть, нету? А, гэплы уже нету. А, уже нету? Блин, так, плохо, а где он? Где последний челик? Это, а, это не последний. Еще двое челиков осталось. Давай-ка быстренько наверх поднимем. Они надо мной, да-да-да, я вижу их. Они там сверху, и они высматривают, выглядывают. Кстати говоря, один одет крайне плохо, и мы можем их убить. Делай защиту, чтобы тебя сверху не фигачили. Господи, все, пока что прячемся здесь. Так, хорошо. А вроде как барьер больше не сужается или уже сужается еще? Да-да-да, все, барьер больше не сужается, я тебе даю. Так, ладно, у меня. А, к нам кто-то упал вниз, да я бы. Меня тоже скинули, но я пока что живой. Так, я вижу там какого-то кенчика, и надо пойти его просто аккуратно убить. Сейчас, секунду, я к тебе. Давай быстренько сейчас поднимусь. Давай, забирайся аккуратно ко мне. Братишка, у меня вообще нету хп. Боже, мирная, спокойная игра превратилась в лютый экшон и хардкор. Нас осталось всего лишь два человека, не считая меня и тебя. Кушаем, перекусываем и аккуратно поднимаемся к ним. Может быть, я с одной стороны, ты. А, под нами, чувак, кенчик, под нами, слышишь? Он вниз упал, он прям под нами. Да-да-да, он вниз упал. Фигари его, давай. Блин. Я стараюсь идти в раж. Я иду прямо прямиком, реально в раж. Прямо к врагу в глаза смотрю, ты, так сказать. Ты как бессмертный вообще строишься, молодой, ты не хочешь? Реально смотрю врагу в глаза. Так, окей, фигари этого чувака. Я его луком ударил, мы его скинули вниз. Нет, я сам упал вниз, у меня одно сердечко осталось. Я тоже на самом деле внизу, давай-ка хилься и застраивайся немножко. Фух, я вообще просто здесь спрятался. У меня чисто осталось два сердечка. Боже мой, сколько же на полу лежит вещей. Просто огромное количество зачарованной алмазки. И главное, чтобы я просто сейчас немножко похилился. Тихо, у меня пол сердечка осталось. У меня тупо осталось пол хп, чувак. Хилься. Я хилюсь, братан. Я просто хилюсь. Так, окей, все в порядке. Сколько осталось чуваков? Один человек остался? Давай, ладно, я аккуратно поднимаюсь к тебе. У тебя хп там достаточно? Да, у меня фул хп. Отлично. Красавчик. Так, я поднимаюсь к тебе. А где он? А, вижу кенчика. А где он вообще? Он сверху, да. Я поднимаюсь к нему. Боже, мы тут сделали реально какую-то анархию из земли, серьезно. Молодой, а ты не хочешь его подорвать? Я его убить хочу! Но мне кажется, он меня убьет. Нет, он меня убил, чувак. Он на самой верхушке, и он очень сильно одетый. Давай, чувак, я спеку за вами. Тут огромный человек, огромное количество человек за вами спекает. Давай, Морти, держим за тебя кулачки. Ну-ка, подожди. Попробуй скинуть его, я не вижу. О, ты динамитом его сейчас просто убьешь. Давай, братан. Да, у меня динамит есть. Если у тебя много динамита, то ты можешь его просто ими убить. Он такой не понимает, что происходит, он начинает волноваться. Я ощущаю по нему, что он начинает нервничать. Давай, быстрей. Я скидываю на него динамит, я вообще не понимаю, где он на самом деле. Он прям под динамитом, продолжает туда кидать динамит, и он подохнет от дамага. Подожди, а ну-ка, я на него спустился, а где? Он запрятался в блоках земли, чувак, он прям вот куда ты смотрел только что, он запрятался прямо в блоках земли, да, вот там вот. А, все, понял, давай-ка. Давай, аккуратно, ты можешь просто его убить уроном, давай, просто поставь как можно больше динамита, просто убей его уроном. Тихо, только осторожно сам, ой-ой-ой, мать Тереза, что происходит? Что за... Ой, жесть. Чувак, это самый экшоновый, эпичный замес, который я видел. И тут еще наблюдает 100 человек как минимум за вами. Господи, это на самом деле полнейшая жесть. Офигеть просто. Ну знаешь что, мы заняли второе и третье место. Ты занял второе, точнее, я занял третье место. Можно сказать, мы, конечно, в этой мини-игре не выиграли. Но это было как минимум, это было интересно. Это было чересчур динамично, что я даже этого не ожидал. Но этот кинчик просто легендарный чувак, которому на самом деле просто повезло. Ну ты же понимаешь, что мы могли легко его убить. Да, мы могли затащить, но что-то у нас, как обычно, пошло и не по плану. Что я могу сказать? Мне этот режим лично понравился. Как он называется вообще, этот ивент? А этот ивент называется один блок. Просто один блок. Реально, как выживание на одном блоке, который я когда-то давно снимал. Прикол в том, что первая половина примерно игры была довольно-таки спокойная, обычная, просто добывание блоков, а потом реально начинается жесткий мах. Вот этот кенчик все испортил, этот кенчик. Он все испортил, он нам помешал выиграть эту игру. Жизнь сломал. В любом случае, напишите в комментариях, как вам этот режим и понравился ли он вам. Также не забывайте про кнопку лайка слева от нашей головы и про кнопки подписаться справа от головы. С вами был я, Тумка и Ворти. Подписывайтесь на наши оба канала, ставьте нам лайки. И всем, что Ворти? Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.